засновано на реальних подіях, що відбулись у найогіднішій країні земної кулі. Дубльовано співучою українською мовою. Это знак уважения. Це ви мене в дупу послали? Нет. Так. Добрый день, Владимир Владимирович. Кинское ржание. Здравствуйте, Сергей Викторович. Как дела в Африке? Здоров, коняка. Ще не з'їли тебе наши африканские партнеры. Видите ли, тут стало понятно, что нам необходимо усиливать свои позиции на международной арене. Нам торба. Нас же навіть в Африці від гіна не відрізняють. Надо усиливать позитивный образ России, чтобы, так сказать, поднимать международный престиж. Взагалі кобзда. Ми програємо інформаційну війну. Всі вже знають, що ми терористи та агресори. Я вас понял. Сьогодні же дам завдання нашому, так сказать, інформаційному сектору. Зрозуміло. Зараз дам завдання пропагандам. Це обичай такий. Це їм час снідати. Коллеги, а кто-то вообще знает, почему нас собрали? Никто из вас спецоперацию войной не называл? Чогось я очкую. Наш бункерный дід вже без привіда може на 12 років посадити. Приветствую, коллеги. Перейдем сразу к делу. Мы открываем новый фронт. Здоров, шакали. Настав час відпрацьовувати бабло. Как фронт? Мне нельзя, у меня плоская ступень. А, я крови боюсь. Я даже когда кетчупом на себя немножко капну, я сразу сознание теряю. А у меня прикусы неправильные, даже каска не застегивается. Я пробовала. Короче, мы все манали воевать. Успокойтесь, фронт информационный. Наши зарубежные партнеры не совсем четко представляют себе цели специальной военной операции. Надо, так сказать, объяснить, что Украина вовсе не такая мирная страна, как про нее думают. Расчехляйте свои фейкометы. Треба придумать якусь люту чухрю про Украину. Все понятно, Владимир Владимирович. А, будет исполнено. Даже не сомневайтесь. Цем вас в дупу. Цем. Я тут важные дела, Дон. Весь робот, Дон. Просто не мене. Очень зар, Дон. Дайте мне приказы, я Киев захвачу за 5 минут, Дон. Я пиз, Дон. Рамзан Ахматович, добрый день. Здорово, псина. Ассаламу алейкум, Андрей Владимирович. Привет, моль плешива. Мы начинаем масштабную информационную кампанию в поддержку России. Мы собираемся активнейше поливать Украину брудом. Решил обратиться к вам, как к главному блогеру страны. Придумайте, пожалуйста, что-то такое, ну, в вашем стиле. Погавкай что-то у своему тиктоку, как ты умеешь. Конечно, Владимир Владимирович, Дон. Сделай, Дон. Придумай что-то такое, знаете, супер-карматив, супер-карматив, супер-примитив. Короче, супер-пупер сделаем, Дон. Ни хрена не зрозумів, але все зроблю. Значит, предлагай такой, слушайте внимательно. Я зараз під Боярышником, слухайте уважно, а то я сам не запам'ятаю. Бандеровцы раскопали могилу Гитлера, а она, как известно, на Украине. Раскопали, взяли его ДНК и в своих секретных лабораториях клонировали из нее целую армию. И теперь на нас готовится напасть целая армия гитлеров. 2 миллиона гитлеров. Готовится напасть на Россию. Не, а что, непогана версия. 8 кисельовых с 10. Ну, не знаю. С Гитлерами, как по мне, немножко прибор. Ага, так и наши орки с перелякой обесрутся. Ну, подождите, ну вот про лаборатории же хорошо. Ну, секретные лаборатории-то всегда работают. Гарна версия. Вражцы пипел и не таке л***о с телека хавал. Работаем. И вот прямо сейчас на Украине обнаружен целый ряд секретных лабораторий. Тиф, холера, чума, простатит. И все это под руководством специалистов из Пентагона. И что, мы должны
просто так на это смотреть? Или будем ждать, пока эта зараза постучится в наши двери? Нет, дорогие мои, мы должны действовать на опережение. Я ничего не пропустил. Вчера одним высокоточным ударом ВКС России были уничтожены секретные химические, биологические и филологические лаборатории по всей территории Украины. Мы все взорвали, мы все разбомбили, мы пипец, які молодцы. Вань, привет! Как дела? Как здоровье? Ой, дідько, ти ще живий? Я так компенсації за тебе ніколи не дочекаюся. Привет, Устюнь! Нормально все? Воюємо потихоньку, Пів батальйону 200, друга половина 300, короче, все як завжди. Слушай, Вань, я тут по телевізору слышала, там у нацистів какие-то лабораторії є, ну, секретні. Ти повнімательний там. Суй свій ніс у будь-яку дірку. Чим швидше тебе вб'ють, тим швидше компенсація прийде. Не знаю, Насть, я тут ніяких лабораторій не видел. Які лабораторії? Ми в одному окопі вже місяць сидимо. Навіть по серти не виходимо. Странно, по телевізору ж брати не будуть. По вашому зомбоящику? Ніколи. Армагеддон, апокалипсис, судный день, конец всему. Запятая. Чергове п'яне марення. О, привет, Димон, да. Здорово, алкашня. Дон Димон звучит неплохо. Погоняло ебно, як и сам чоловік. У меня к тебе дело, Димон. Дон, ти ж Дон теж, як я, блогер Дон, так? Ти ж теж, як і я, тільки в телефоні хоробрий. Надо відео такого мене придумати, Дон, щоб, ну, всіх їх там, типу, Дон, щоб, ну, вообще, Дон, щоб ніхто, типу, вообще, Дон. Фантастика, я так органічно вмію формулювати свої думки, Дон. А от це дуже правильно. А то розпоясались ці нацики, фашисти. Любители Бандеры! Будьте, боже мой, яка злюка маленька у нас тут розварнякалась. А, этот Бандера, Дон. Это кто такой, Дон? Це герой України, Дон-Дон. Такі речі знати треба. Бандера – это главный. Бандера – главный, Дон. Я понял, Дон. Я его найду, Дон. Порву его, Дон. На коленях у меня знаться буде, да. Запишу йому чергове відео із погрозами. І впредь плануємо укріплять наше двостороннє сотрудничество. Дебіли, бля. Сергій Вікторович, ви не зайняті? Що ти? Кінь педальний. Владимир Владимирович. А ему пофиг на тебя. Мы провели массированную информационную кампанию для поднятия рейтинга России. Вопрос, как там наше положение на международной арене? Не улучшено? Что ты там в тій сраці, де ти зараз? Чули вже, як ми в Україну з телека лайном кидали? Видите ли, Владимир Владимирович? Видимо, надо усиливать информационную кампанию. Треба пришвидшити пропагандонів. Ну что, коллеги, кто видел мой эфир? Как я вжарил изо рта по неонацистам? Кто слухав мій солов'їний понос сьогодні? Ну, к сожалению, нет. Мы просто сами были в эфире. Но идея с лабораториями отличная, людям зашло. Не было часу. Мы сами весь день глядачів лайном годували. Ну, мне вообще кажется, коллеги, мы отлично поработали. Бляха, от шо у вас в трудових книжках записано? Просто цікаво. Коллеги, я считаю, что усилия на информационном фронте были недостаточны. Абсолютно с вами согласна, Владимир Владимирович. Ты диви, перевзулася в стрибку. Идея с лабораториями неплохая, но этого недостаточно. Треба больше трешу, дно не пробите. Необходимо что-то такое, что покажет, что на Украине готовы на все. Чтобы нас уничтожить. В Украине, да уб***. Все понятно, Владимир Владимирович. Сделаем. Та за ваши гроши я скажу, что моя мама в цій лабораторії працює. Эй, Бандер, Дон. Если ты машина, то давай встретимся со мной, Дон. Подъезжай ко мне, Дон. Запиши адрес.
большая кадыровская, дон, один дом. То есть, дом, один дом. Чергові пусті загрози, дон. Ну, а давайте скажем, что они в этих лабораториях готовили наши русские щи. Ага, чтоб вам по ними надавали. Нет, давайте скажем, что они искали в этих лабораториях ген фашизма. Один пол, и ты уже зигуешь. Два, у тебя вырастают усики. Ага, прямо как спутник В. Коллеги, я, возможно, сейчас какой-то бред скажу. А типа, до цього ты что-то нормально говори. Представьте, что в этих лабораториях выводили специальных птиц, которые будут переносить болезни из Украины в Россию. Ой, навіть коментувати не буду. А что, и идея неплохая? Повна дичь, а значит, те, что треба. Например, снегири. Ну, снегири нельзя, снегири герои. Может, стрижи. Ну, а правильно говорить, стриги. Боже, какие вы все кончили. Короче, с птицами разберемся по ходу. Работа. Трендец. Как стало известно, в секретных лабораториях Украины специально заражали птиц, которые должны были лететь в сторону России. Чтобы разносить заразу среди наших ни в чем не повинных граждан. Мало того, что штаммы вирусов специально были ориентированы на славянское население. Пока доподлинно неизвестно, что это были за птицы, но мы точно знаем, что это не снегири и не стриги. Англосаксы собирали всю заразу, которая у них есть, чтобы вложить в клюв этим крылатым убийцам. И называлась эта операция с их нацистским сарказмом «пернатый капут». Да, Геббельс нервно курит в сторонке. Вань, а я еще хотела спросить, вы там как питаетесь-то, нормально? Якщо тебе бомбою не вбило, може ти з голоду помреш? Да нормально, Настюнь, у нас сухпайок есть. По-любому краще, ніж ти готуєш. Да? Ну, я просто по телевизору видела, там на Украине птицы очень вкусные. Вы, ну, если что, птиц там кушайте, говорят, не очень еще и полезные. Бо я вже задовбалася чекати на цю компенсацію. Сергей Викторович, и снова здравствуйте. Ну как там наш имидж на международной арене? Улучшился? Ну як там? Хтось у світі повірив у нашу маячню про Україну? Кстати, лично мне идея с птицами очень понравилась. В Белгороді вже всіх голубів потравили. Я понял. Наверное, надо повысить градус. Зрозуміло. Окрім руснів, цю ху** ніхто не повірив. Коллеги, вы начинаете меня разочаровывать. Вы что, собаки, нюх загубили? Несмотря на приложенные вами усилия, мы по-прежнему проигрываем на информационном фронте. Нас же не те, что не боятся, нас же тупо ржуть. Я считаю, что вам необходимо, так сказать, усилить свои усилия на своих, так сказать, местах. Короче, рвіть дупу, если хотите и далі миллиарды за свою брехню утримувати. Это ясно? И вот новые факты о лабораториях на Украине. Оказывается, именно там впервые появился вирус, известный как COVID-19. И это было сделано специально, чтобы очернить наших китайских партнеров, наших русскоглазых братьев, или как их еще называют, желтых славян. Вирусы — это еще не полный список всех преступлений укронацистов. Они под руководством Запада проводили эксперименты над людьми. С целью создания так называемого универсального солдата, способного не спать и не есть неделями. И не потому, что у него нет кровати и еды, как у наших героев. Они не гнушаются вообще ничего. Они даже создают специальные отряды гомосексуалистов. Тренированные боевые пи***сты. Их специально забрасывают глубоко нам в тыл, чтобы наносить удары не только в спину, но и ниже. Ой, як же я заздрю тим, хто не розуміє російську. Ну вот вы и доигрались, укрфашисты. Слушаю, Дмитрий Анатольевич. Лена, принеси мне еще материалов для работы. Принесіть мені ще горілки, бо я тверезію. Димонго, привет. Мене видообращення к Бандері вислав.
Хочу от тебя реакции, как от официального лица, Дон. Ты чему мой видос в ТикТоку не лайкнул, шайтан? Видео обращение к Бандере? Так он же умер. О, ура! Я не найтупейший в уряде. Да ты что? Наверное, мое видео увидел и не выдержал, Дон. Ах, мать сила, Дон! Ты, главное, трохи почекай, Дон-Дон. Незабаром особисто с Бандерою зустрінешся. О, извините, Разам Ахматыч. Мне пора работать. Вибачайте, мне пора бухать. Да-да, мне тоже, Дон. А я пойду тиктоки пилить. Добрый день. А где Лавров Сергей Викторович? Вибачте, вы моего коня не бачили? Я хотел узнать, как дела с нашим международным имиджем. Сработала ли наша массированная информационная кампания? Чи у світі хоть хтось повівся на нашу тупу пропаганду? А думба мавдумба васса ваканда. У вас дуже старий кінь. М'ясо жорстке. Видимо, сработало. Спасибо большое. Кстати, будем рады военно-техническому сотрудничеству. Якщо можете, надішліть там хоч якусь зброю. Камені, списи, дротики. До свидания. Слушай, Вань, неужели ничего такого вообще не видел? Ни птиц там, ни лаборатории, ни п***ц-то боевых. Я вже на права здала, машину замовила, а ты досі живий. Не, Настюнь, ничего такого не видел. П***ц-то так точно. Це тому, що вони вами командують. Странно, по телевізору же врать не будуть. По телеку брехати? Та ви шо? Наши российские войска подходят к Чернобылю. Мы захватили Гостомель. Ирпень уже наш. Наши солдаты відгрібають у таких местах, как Чернобыль, Гостомель, Ирпень. Макаров теперь российский город. Трасса Киев-Житомир перерезана. Здається, в него от этого оргазм. Сергей, Сергей! Доложите обстановку по Киеву. Хочу знати, чи не обосрались ми ще? Войска Российской Федерации... Немічні та юродиві. Взяли Киев в кольцо. Ага, баскетбольне. Благодарю за службу. Жду в ближайшее время информацию о захвате Киева. Принесіть мені мою святкову валізу. Ах, вот оно что. Залізна коробка із дулом називається танк. Цікаво. Все, я готов. Закривайте вуха. Да, наши солдаты взяли Киев в кольцо. Отримують пізді на кільцеві. Я уже вижу, как наша непобедимая армия зачищает город. От нацистов. Пише на парканах дупа і гадить на дворі. Я встретил вас, Іксон. Владимир Владимирович, поздравляю с взятием Киева. Я то знаю, що ви нічого не захопили. Олександр Григорьевич, наші війська поки не захватили Київ. Більше зосередилися на Чорноземі. Якщо чесно, думав, що не візьметься. А ви? Как величайший полководец. Вусами лоскочу не гірше за Пескова. Мы его не захватили. Гі***а поїли, а не захватили. А Киев, между прочим, брали только вы и Гитлер. Извините, я не хотел вас обидеть. Хотів, ще як хотів. Помолчите уже. Ідіть погладьте свого шпіца. Уже, наверное, и на Майдані гуляли, да? За мовчання можу взяти доларами. Это что? Каштани задівас, красивая. Ще наберу. Вань, ты где? Твою матерь, ты че не сдох? Стой! Я походу уже в Киеве, ёпта! Вот что такое красивое было? Нам до них ще років 300 розвиватися. Читаю! Газ та мель! Да гаразд, ты ще читати вмієш. Все, Настюй, побегу в атаку! Хочу наш флаг первым в администрацию повесить! В дупі він в тебе буде. Вибачте за спойлер. Нет, не надо, Дон, моим именем называть улицу в розы. Назовите ее моим отчеством.
Да, да, да. Улица Ахматович, да. Я тут в себе в Чечні зовсім ох... Рамзан Ахматович, мне только что доложили, что наши войска вынуждены отступить от Киева. Нам навешали людей под Киевом. Прошу вас о помощи. Треба, чтобы вы отправили еще тиктокеров в Украину. Ахмат, сила Ахмат уже вылетает. Вылетает до Беларуси снимать тикток и подписывать, что это Киев. Сергей Кужугетович, целую ваш отдел мозга, отвечающий за стратегию военных действий. Бо втомився цілувати вашу дупу. Вы для меня просто второй маршал Жуков. Був би бабою, дав би тобі. Я могу уже говорить, что Киев взяли. Дайте привід всій країні пити тиждень горілку. Наші війська відходять від Києва. Тепер найшвидші тварини не гепарди, а російські солдати. Надіюсь, що вони його захватили і пойдуть на Львов, так? Ага, назад на Гомель. Ні, нас там розбили. Так. Розбили і висушили. Ой, блядь! Поэтому я прошу вас помочь мне придумать, как объяснить это Владимиру Владимировичу. Щоб він мене не розбив та не висушив. Вот, блядь! Вань, а ти взяв уже Київ? Вань! Ага. Частина чоловічого статевого органу йому на комір. Ваня, вот. Точніше, те, що від нього залишилось. Ви жена, я так понимаю? Ти його на війну відправила, Хвойда. А що з ним? Він що, умер? Хоч би. Єлі спасли. Ділаємо все невозможне. Даємо активоване вугілля. Ну, слушайте, ну ви там прямо так сильно, ну, как бы не старайтесь. Ну, можете, ну, невозможно не делать. Ну, можете вообще, как бы, нічого не делать. Добийте його там, будь ласка. Ні, ну чай, звісно, піду. 11 ранку, а я ще тверезий. Сергій Кужугетович, доброе утро. Что случилось? Та гаразд, я шо, кому ще потрібний? Дмитрий Анатольевич, у мене плохі новості. Наші війська відступили від Києва. Натомість дізналися, що таке унітази та кондиціонери. Інтересно, коли Владимир Владимирович об этом узнает, каким ви оленем бупляшки бігати будете? Повернешся до своєї минулої професії. Я якраз об этом. Прошу вас пока йому нічого не говорить. Не хочу, щоб мене підвішували за я***. Ну, якщо чесно, я за себе не ручаюсь. А я вам не казав? Я ж дебил. Ну вот если я буду, например, спать, то я точно ему ничего не расскажу. А чтобы я лег спать, мне надо хорошенько выпить. А я вам не казав? Я ще й алкаш. Вас понял. Ящик бухла, выезжаю до вас. Алина, ну что ты... Ну який ще секс? Ты же знаешь, я не могу сейчас. У мене не функціонує не лише рука. Алина, ну придумай что-то. Звернися до мого двійника, який відповідає за секс. Говорил уже, что вы гениальный военачальник. Поцелунки в дупу прибули. Говорил, и еще скажу, как вы гениально захватили Хмельницкий и Житомир. Говорит что-то под Халимскую. Какой Житомир? Мы еще не захватили Киев. Ты не свежую картоплю наївся. А как ловко вы взяли Львов, а Ужгород это что? Продолжай говорить под Халимскую. Нифига себе! Одна зірка – це майор? Цікаво. Сергій Петрович. О, вирішив по батькові Шойгу денацифікувати. Як у Жугетович? Та хоча Алі Бабаєвич. Не могу это выговорить. Або терпіть, або змініть батька. Що там у нас з Києвом? Чи підкинули ви Київській області добрив? З Києвом? Мы там вот уже прямо, ну, в центре уже, где-то там. Ты ж из бункера все одно не поедешь проверять. Хорошо, возьмите его уже быстрее. Не будь млявым, как моя рука. Один, два, три, пять. Один, два, три. Любишь американские доллары? Патриот России. Рамзан, вы же обещали, что твои солдаты будут в Киеве. А ты что, меня кинул? Да, в Киеве они. Дон, только в плену, Дон. Вот сейчас их выкуплю, они снова воевать. Пойду, Дон. Ох, Дона, дорогая же у меня армия.
прийдеться підписників у TikTok купити пізніше. Анастасія, мені дуже жаль. Вітаю! Ваш чоловік перейшов із 300-х у 200-ті. О, Господи! Ви лучший врач! Наша російська медицина просто творить чудеса! Мій чоловік уперше заробив грошей для сім'ї. У нас нет ни одного погибшего. Вчера были, но они воскресли, потому что это русские солдаты. О, я уже сам скоро в цю маячню почну верить. Хорошенко, я тебе высылаю, что ты будешь говорить в вечерней сводке. Люди такому дурню, как ты, верят. Придерживайся строго, что в ней написано. Читай за папірцем, начебто ты что-то в этом разумеешь. Есть. Строго придерживаться, что в ней написано. У меня своих думок немає. Да ладно. Честь віддавати треба правою рукою. Сергей Васильевич, что там с Киевом? Вы уже взяли его? Готовы слухати твою брехню? Да вот уже, почти-почти. Уже Зеленского ловят. Он просто маленький такой, юркий, быстрый. Фух, здається, викрутився. А можно как-то побыстрее? Бо моя святкова валіза майже повна. Сергій Кужикевич, недобре утро. В мене апокаліпсис у голові, і це я зараз не про бодун. Доброе утро, Дмитрий Анатольевич. Як задовбав цей алкаш. Сергій Кужикевич, я тільки проснувся, і мені дуже хочеться позвонити Владимиру Владимировичу. Здам тебе стельбухами, якщо через 5 хвилин не бахну. Все понял, Дмитрий Анатольевич. Щоб ти здох, алкашня хронічна. Анастасія, произошло чудо. Ваш Ваня все-таки вижив. Ось падлюка живучий. От падла живучая. А ти що там, совсем уже охренел? Ти вообще нормально лечить не умієш, нет? Я вже розписала, на що витрачу гроші з його трупа. Оперативна обстановка на фронті. Давно ви не чули вигаданої статистики. Сьогодні вооружені сили Російської Федерації зайняли 10 українських сіл. Сьогодні нам дали по сраці у 10 містах України. Також ми захватили 300 українських танків. Занадто маленьку цифру придумали. Тупа русня буде незадоволена. Серед бойцов личного составу вооружених сил Російської Федерації потерь нет. Втрат немає. Є лише купа мертвих окупантів. І самое главное, ні в коем случае нельзя говорить, що русські війська отошли від Києва. О, тобі пиз... Все. Мені пиз... Я ж говорив. Да что ж такое? Ты что, падла, морозишься від мене? Ти должен сразу трубку снимать. Або я буду знімати тебе з посади та садити на пляшку. Виводить мене з себе. Готуйте чисту валізу. Вадим Владимирович, извините, не успел сразу поднять. Морожусь, бо в нас сра... Сергей Кужугетович, до мене доходять неприятні слухи. Ми що, відступаємо? Тебе звільнити? Чи сам інфаркт викличеш? Владимир Владимирович, извините, что это за связью? Ничего разумнейшего я придумать не смог. Сергей Кужугетович, я спрашиваю, что под Киевом? Ты что, с меня идиота робишь? Владимир Владимирович, очень плохая связь. Так, бо тільки идиот мог наказать послать войска в Украину. Мене теперь за***ться повесять. А може і на пляшку посадять? А може спочатку за***ться повісять, а потім на пляшку посадять? Ви придумали отмазки, чому армія відступила? Давайте швидше, мені треба лити нове ***о у вуха пуйла. Да, Байден скинув на наші війська ядерну бомбу. Но они все равно выстояли. Ось ця маячня коштує 100 тысяч баксов. Армия РФ решила взять разбег подальше, чтобы сразу захватить всю Европу. А ця хуйня коштує 200 тысяч баксов. На наших солдат напали осы, разработанные в украинских биолабораториях, которые жалят только русских. А ось ця ебла бесцінна. Нет, это все не то. Владимир Владимирович не поверит. Ну все, мені пи***.
Сергей Кужевник. Сергей, мне снова нужен алкоголь. Братик, ты бачишь, трубы горят. Дмитрий Анатольевич, ну, не до тебя сейчас. У нас проблемы. Мы с м***мо под Киевом. Не отвлекай. А если откажешь, я расскажу Владимиру Владимировичу, что у вас проблемы под Киевом. И буду в него алкоголь клянчить. Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович и так уже все знает. Все, останній алкокозырь зник. Сережа. Благаю, трубы горят. Прояви жест. Добрый жест. Жест доброй воли? Это идея. Дмитрий Анатольевич, вы гений. За мною борг. Ниркам пи***. Нет. Владимир Владимирович. Наші техніки оперативно устранили неполадки со связью. Я нарешті придумав відмазку для тебе. Это все хорошо. Но что там под Киевом? Почему мы отступаем? Ну давай, послухаємо твою дешеву відмазку. Докладываю. Российские войска совсем немножечко, но очень оперативненько отступили из-под Киева. Ага, бо отримали пизди. Що ти не договориш? Это наш отвлекающий маневр. Ну так, від пи***лі іноді треба відволікатись. Об'ясним ми это тем, что мы проявили жест доброй воли. Чего? Какой на жест доброй воли? Все, Кужугетовичу, тепер тобі навіть інфаркт не допоможе. Русский народ поддерживает ваше благородство. Рабам, які дивляться про п***нів, дуже сподобається. Да мне плевать на русский народ. А с сегодняшнего дня и на некоторых представителей тувинского народа. Крутив я вас усіх на своїй маленькій пи***ці. Здравствуйте, дорогие друзья. Зараз буде пешномовний пи***ч. Владимир Владимирович Путин проявил жест доброй воли к немощным укропам и решил отвести нашу армию от Киева. Российская армия просто никчемна. Это проявление гуманизма со стороны уже первой армии мира. Таких пи***ев мы еще никогда не утримывали. Когда придет время, мы обязательно захватим и Киев, и Одессу, и Львов, и всю Украину. Мы відхочемо и в Киеве, и в Одессе, и у Львове, и у всей Украине.